Так, ребята, всем привет. Мы находимся сейчас в зоопарке, в госпитале Центрального Киевского зоопарка, и будем сейчас перевозить лань в тяжелом состоянии с переломом лапы в конный клуб, который находится за Киевом. Там предстоит операция, хирургическое вмешательство и дальнейшая реабилитация животного. Огромное спасибо Гарику, который взялся транспортировать такой ценный груз. Так, ребята, спецоперация. Сегодня 1 ноября 2019 года. Команда спасения животных совместно с ДТП Киев перевозим лань с открытым переломом в тяжелом состоянии. Вот ее упаковали в такой ящик. Тут есть вентиляция, все в порядке. И с помощью команды спасения животных будем ее перевозить сейчас с помощью нашего администратора Гарика. Огромное спасибо. Рога в целях безопасности отпилили. А вырастут новые? Да. На них все равно скид. Короче, кого-то чуть не насадил на них. Это самец? Да. Ой. Ну, по информации, которая имеется. Лап, не помню какую. Да я видел, да, там ужас. Вот, ребята, уместилась наша лань. Будем вести сейчас. Дарницкий, как его? Какой он дарницкий? Да это не дарницкий. Правильно. Поэтому... Что? Машинка такая. Двушка. Двушка зелени? Да. Не, просто у нас проблема, что, блин, вот на мою... Я наберу, как его Сергей Григорьевич. Потом говорил, что типа херня получилась, потому что вас попросили, вы согласились. Ребята, это настоящая зоопарковая кошка. Посмотрите, какое чудо. Кс-кс-кс-кс. Ну, очень своенравная, не обращает внимания никакого, чудесная. Такая кошка в госпитале в зоопарке живет. Прелестная просто. Привет!